Как приготовить язык? Хотя язык по сытности сопоставим с мясом, но он неизмеримо более полезен и содержит гораздо меньше холестерина. Этот продукт всегда считался деликатесом. В средневековой Франции даже существовал закон, по которому крестьяне были обязаны отдавать язык на господскую кухню при забое скотины. Отварите его или запеките, и вы получите невероятно вкусное диетическое блюдо. Язык со сметанным соусом, телячьим языком запеченный язык. Свиной язык.